Строительство очистных сооружений в большинстве районных центров – насущная задача. Старые были построены еще в прошлом веке. Их физический износ превысил все нормативы. О новых стандартах благоустройства в нашем сюжете. Жители Янтикова уже давно мечтали о новой системе очистки. Село растет, нагрузки увеличиваются. В рамках республиканской программы модернизации и развития сферы жилищно-коммунального хозяйства здесь идет строительство нового комплекса производительностью 500 кубометров в сутки. Завершение этого строительства на самом деле позволит полностью обеспечить очистку сточных вод на селе Янтиково, потому что старые очистные построились в начале 80-х годов, и они уже должным образом не отвечают на современные требования. Объект должны были сдать к концу сентября прошлого года, но при строительстве возникли сложности. Сначала работа встала на этапе подготовки фундамента, поднялись подземные воды. Позже выяснилось, что при разработке проекта были допущены ошибки. Отсюда и задержка в поставке оборудования. После вынужденного перерыва здесь возобновились строительно-монтажные работы. Идет отделка производственно-складского здания. Технологии очистки будут отвечать всем современным требованиям. Локальные очистные сооружения села Янтика подразумевает собой 7 резервуаров, имеет 2 ступени очистки и усреднительную емкость для сбора очистных вод, очистки вод. Первая очистка происходит на первой ступени, и получается через аэратор она расщепление идет. А потом уже на выходе через КНС, канализационно-насосную станцию, подается на лампу УФО, ультрафиолетовая очистка. Свой экологический баланс восстановит и река Аль. Туда, наконец-то, перестанут поступать вредные стоки. Ульяна Пятакова, Александр Атиков, Республика.